Здравствуйте, уважаемые любители ножей и зрители нашего видеоканала. Покажу вам еще раз финочки. В данном случае станочной работы. Это финка 108 и финка Васильева. Ну, ножны, понятно, я про них говорил. Они как бы похожи. Вот этих мы уже продали самосвал примерно. Очень удачная форма, а когда это еще сделано на станке, то есть вы понимаете, это очень хорошо сохранена вся структура стали, потому что станок не нарушает технологию и работает с постоянным водяным охлаждением. И вот производная от этой финочки, это финка Васильева, я про это рассказывал, как получилось. Я назвал ее тогда в честь одного из наших бывших сотрудников. Повторюсь, я в свое время, когда у нас этот нож получился, показал своему другу, профессиональному охотнику, и он, в принципе, мне сказал, что вот больше не надо. Лучше вот этой штуки для снятия шкуры просто нет. Ну и сами понимаете, ну и за грибами. Скоро грибной сезон. Да и на рыбалку. Посмотрите, какая красота. Вот они. То есть я к чему их сравниваю? На мой взгляд, например, финка Васильева, она то ли люди хотят ножи подлиннее. Я сам люблю покороче. Но это не только я. Вы же понимаете, вот он в руке. Он даже маневреннее, 108. Дробчики, да, у обоих. Ну, красота. Вот такой финочкой обдерешь от андатра до медведя. Кого угодно. Ну, и это тоже неплохо. Но это такая более универсальная штука. Это где-то и на рыбалку получше будет, подлиннее по рыбе. Я еще раз говорю, я люблю, если бы из двух выбирал, я бы вот эту взял. Но это лично мое мнение, мои тараканы. Я длинные ножи не люблю. Приобретаем, у кого еще нет. Даже рекомендую, у кого есть 108 классическая с долом и ручной работы, возьмите еще в станочном исполнении, даже из той же стали, что есть у вас, сравните и увидите разницу по резу. Это мой вам совет. Недорого ведь. Всего доброго, до свидания.